Кунаеве в рамках традиционного общеобластного конкурса «Аулы Алтын Бесигым» отметили День культуры. Артисты и творческие коллективы Дома культуры областного центра порадовали местных жителей своими выступлениями. Успешным началом ежегодного конкурса стал проект, направленный на укрепление связи между народами и сохранение традиционных ценностей. Наш корреспондент расскажет подробнее. Уникальный проект позволяет возрождать традиции. Перед Домом культуры была возведена огромная юрта, в котором приветствовали гостей из других регионов. Для них также был проведен небольшой обзор национальной традиции. Ансамбль «Ажилер» исполнил народные песни, а ученики школы искусства «Ассыл» восхитили прекрасным исполнением кюев. Кроме того, в рамках Дня культуры была проведена ярмарка. На мероприятии, посвященном укреплению духовного наследия, также выступил заместитель акима города. Знакомим гостей с культурными достопримечательностями города Кунаев, с творчеством нашей молодежи. Проекты, направленные на укрепление единства народа, будут проводиться и в дальнейшем. Целью мероприятия является развитие и популяризация традиционных ценностей и в целом культуры среди населения областного центра. Восторг зрителей и гостей вызвала представленная артистами города постановка, рассказывающая о жизни на селе. Солисты и творческие коллективы исполнили песни, посвященные городу. Кроме этого, представители других этносов региона продемонстрировали свои традиции и даже дали гостям отведать национальные блюда. Нам все очень нравится, очень все классно. Все люди, все, угощайтесь у нас. Кюнгулькюмс жақсы, әдемі, осындай бізге... Очень хорошее настроение. Мы живем в Кунаеве. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще. Я являюсь представителем уйгурского этнокультурного центра в Кунаеве. Ежегодно участвуем в конкурсе. Отметим, что традиционный конкурс «Аулым Алтын Бесигым» будет продолжен во всех районах и городах Алма-Атинской области. Жандос Назарбаев, Аружан Мурадкозы, Жандос Умирбай, телерадиокомпания ЖТСУ, Алма-Атинская область.